Hello, hello, my friends. Продолжаем мы, короче, проходить тут все дела. У нас новый рекорд, по крайней мере, для меня. То есть у меня был в Древнем Египте 25 уровень, который я не смог пройти. На этот раз я прошел 25, и мы начинаем 26. У нас тут предлагают вот такие вот растения. Мне нравится вот это растение, если честно. Он очень хороший. Вместо гипноза буду брать. У меня в прошлый раз был гипноз, сейчас можно взять это. Так, смотрите, здесь есть босс, да? Давайте сделаем хитренькую штучечку такую. Вот, смотрите, был босс. Мы заходим в наш садик. Берем монетки, поливаем и возвращаемся. То есть я ничего не использую. Ну, можно вот это, например, использовать. Неплохая вещь. Так. Мы возвращаемся. И смотрите. Нет, босс остался. Хорошо, давайте еще раз проверим эту ситуацию. Еще раз мы идем обратно. И сейчас возвращаемся. Возможно, может, растения какие-то надо выбрать. Все, босса нету. Пожалуйста. Пожалуйста. Какой глюк, а, я нашел. Прикольно, да? Будем использовать его максимально, чтобы далеко пройти. Почему бы и нет? Ведь это не читы. Это не жульничество. Это просто фишка. Я назову это фишка. Так, замедлялка, да? Обязательно это. И что я еще брал? А, ну вот это. Ладно, поехали. Надо концентрироваться. Так, обязательно 4 сюда ставлю. Кормлю один раз. Может, два раза покормить, не знаю. Давай, 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 давай. Живей, живей. Так, ну что, замедленно было? Так, ждем 500. Кстати, уровень очень короткий, как оказалось. Давайте его прибьем. Можно даже двойную скорость позволить себе. Это все, что ли? Че он такой легкий? Интересно, если бы был босс, было бы много волн? Или то же самое было с боссом? Короткая игра. Просто интересно, как все работает. Так, вся еда. Ну, это был легкий уровень. Хотя буду реально так всегда делать. Когда будет босс, я буду просто заходить в садик. Вот, вот эта тема. Вот эта тема мне может помочь хорошо. Наконец-то я все это открыл. Вот здесь посложнее, конечно, уровень сейчас будет, но благодаря вот этой всей ерунде, я думаю, мне будет намного легче. Замедлялка и вот так. Поехали. Ровно 4 платформы мне хватает. Можно еще открыть бесплатную, ну, платформу. Это за 25 или она бесплатная, не помню. Тоже ставить их. И потом кормить. Получается прикольно, наверное. Здесь довольно-таки долгий уровень. Давайте попробуем сразу много использовать.
Работает? А, они все равно летят. Я думал, на них работает. Ну, я проверил, теперь я знаю. Сейчас на этого кину. Зря я тут еды потратил, конечно. Короткий уровень получился. Не досмотрел. У нас тут кушать начали они. Это что, все, да? Да. А, ну по идее нормально. Я восстановил еду. То, что я два раза использовал, все окей. Че, поехали дальше. О, газонокосилка. Офигеть. Интересно, как она, самая верхняя, что ли, будет, или самая нижняя? Как она считается, или наугад? Какая газонокосилка у нас восстановлена? Просто интересно. Блин, будет босс. Будет босс, будет босс, будет босс, будет босс. Ну ладно. Проиграю так проиграю, да, ребят? Чё мне использовать мою эту стратегию хитрую, там, пропускать? Неинтересно так. Хочу хардкора. Так что давайте хардкор. Против босса, кстати, вот эта тема будет работать. Он не будет ничего делать. Так что, может быть, мне это поможет. Я, кстати, вместо замедалки хочу взять вот так. Она мне поможет боссов убивать. Так, давай еще одного. Одного подсолнуха и ставим. Давай 500, чуваки. Давайте еще разочек, чтобы у нас было много денег. Все-таки босс будет. Босс это не хухры-мухры. Надо серьезно готовиться к нему. Вот когда я меньше комментирую, я лучше играю, я просто сконцентрирован. Так что извините, что меньше комментирую, зато мы дальше можем пройти. Да, самая верхняя газонокосилка, кстати, появилась. Вот она.
По порядку они появляются. Я думал, наугад какую-то восстановит. Она сверху вниз, знает, что считает. Ну окей. Восстановили одну, восстановим еще 4. Если стратегия это хорошо работает, то можно будет и дальше так. Так, сейчас будут танцоры эти всякие. Блин, кого ж ты атакуешь, чувак? Кого ты атакуешь? А чё, на босса не сработало? Так, я босс не вижу, не вижу, слепой я. Че, убили его, да? Они почему-то иногда лазером убивают, а иногда не убивают. Я пока не понял, в чем фишка, как это все работает. Это однозначно сложнее, чем все остальное. Чем все остальные уровни. Ну, смотрите, они сейчас все сжигать будут. Я по деньгам, что сделать со всеми ими. В нижнем ряду вообще ничего не осталось у меня. Нужно денег немного. Не, ну это, конечно, жесть. Сложно. Ну да, было действительно сложно. Когда они начинают уже лазеры пускать, ты ничего не можешь делать. Теряешь просто по 500 золота за каждого арбуза. Большие потери. Ну что, продолжаем? Продолжаем. Сложный уровень какой был, не был, но я его прошел. Ну что, первая ерунда, вторая ерунда. Ну, я возьму. Я все равно использовать не буду. Что дальше? Босса нету.
Стандартно. Малые вот эти будут появляться. Ненавижу их. Так. Так. Думай. Ну, то же самое возьмем, конечно. Все работает, все получается. Почему бы не повторить? Единственное, мне лава не нравится, если честно. Я бы ее на что-то поменял другое. Только на что, я пока не знаю. Мне лава не нравится, реально. Что-то в ней нет. Не, может, она и помогает, но у меня почему-то такое ощущение, что можно что-то получше взять. Ну или электричество, вот эта ерунда с 25, тоже не особо она так прям помогает. Так, ну что, посмотрим, большой уровень. А, маленький, хорошо. Я думаю, никаких проблем не будет. Замедление так долго действует. Смотрите, секунд 10, наверное. Или около того. Что, наверное, 50 использую здесь, поставлю. Прям два выстрела, и умирает зомби. Ну, с этим, конечно, потруднее, будет подольше. Так, мне 500 надо, а я все деньги на какую-то ерунду трачу. Еще один арбуз и все. Во. Поехали, двойную скорость. Это все? Да, это все. 242 зомби надо еще убить, импа. Для квеста. Ну и мы продолжаем. Еще два уровня, думаю, пройду. 30 сейчас будет. Но, наверное, 30 должен быть сложным, как бы. Такое число. Так, ну беру это просто так, для коллекции. Ну, да, жесть, конечно, тут будет. Ладно, я чё бояться-то? Давайте продолжать. Я только на этот раз возьму за 200 вот этих. Мне кажется, это будет очень круто. Берем. Так. Да? Все правильно? Это проверю-то. Все ли я взял? Мне кажется... Мне лава не нравится. Я вместо нее возьму с 25 вот это. Поменяем чуть-чуть стратегию. Так. Давай-ка вот так ровненько поставим. Небольшой уровень. Это радует. Плюс у нас растение со суперспособностью есть, так что я думаю, нам будет легко, полегче.
Вам придется это поставить, все дело. Какая-то ерунда получается. Реально странное начало у меня. Все, так быстро босс умер. Благодаря способности этой. Да, но тут тоже легкий уровень. То есть, если босс есть, то он тоже легкий получается. Даже легче, чем без босса, мне кажется. Особо то, что я там меняю этот, то, что меняется уровень без босса, становится особо меняет, сложность не меняется, на самом деле. Зря, конечно, способность так потратила. Ну, без нее я бы тоже прошел просто. Может быть, труднее было, конечно же, но... Ладно, 31-й. 30-й был легкий. Все, ерунда. Наберем просто звездочку. Потому что звездочка прикольная. Вот и все. Ууу, здесь будет сложно. Давайте-ка без босса возьмем. Что у меня денег не будет. Смотрите, где. То есть надо два буста будет делать. Хотя, с другой стороны, здесь все зомби вообще легкие. Давай попробую. Так. Стандарт. Так. Так. Что еще? Чуть совсем все забыл. Может, вначале заметалку поставить, она мне поможет. Хоть как-то. От чего я отказываюсь? Я отказываюсь от лавы, которая мне особо и не нужна. Так что давайте так попробуем. Что ставим так, так и сразу. Первого зомби быстренько замедлять надо. Начало хорошее. Я все быстро застроил. Что дальше у нас по расписанию тут будет?
Пока роботы никакие не выходят, только зомби. Так что пока что нормально. По сложности. Здесь я продаю, я здесь буду тоже ставить их. Ну, давайте двойную скорость, что-то легкотня какая-то. Ну, так вот классно убивать босса. Ну, когда их много, конечно, эта комбинация вообще бесполезная, потому что долго восстанавливается бомба. Но вот тыквочка неплохо работает, если вот именно таким образом. Так, жестко они по центру все уничтожили. Ну вот эти вот лазеры у этих очень сложные у этих роботов, реально. Допустишь ошибку, убьют, ведь потом денег не хватит остановить. Ладно, прошли мы, короче, 31 уровень, на 32 остановились, в следующем видео продолжу. Я даже не рассчитывал, что так далеко смогу дойти, если честно. Я думал, вот прям уже 20-й максимум, даже что у меня уже газонокосилок не было, там ничего. Ну вот, получилось, что получилось. Посмотрю сейчас вот за фрикоин сверху рекламку, подзаработаю немного монет. Смотрите, у меня монеты так прилично, так неиспользуемые. Это очень хорошо, надо только не забывать, что у меня есть монеты, а то, что я могу проиграть, если не использую их. Ну, неплохо, неплохо, идем, все нормально. Я сконцентрировался, я понял, какая стратегия есть вообще в этой игре. В основном вот эта стратегия, она единственная. Ну там двойной подсолнух нужен еще, есть стратегия, конечно. Двойной подсолнух, подкормка, которая делает еду для растений. Плюс имитатор, наверное, чем-то можно использовать. Две бомбы, например, взять. Что-нибудь типа того. Ладно, ребят, спасибо, что смотрите меня, жду ваших комментариев, лайков, ну и, конечно, вступайте в группу ВКонтакте, где я всегда пишу какую-то информацию, почему видео не выходит, и еще что-нибудь, что в будущем выйдет, какие-то опросы провожу и прочее. Все, с вами был Адромалик, увидимся, до новых встреч, удачного вам дня, пока!